бойовий шлях батальйону. Починали ми в зоні АТО із Луганської області. Є таке місто Щастя, там Трьохізбінка, ТЕС Щастянська, Біловодськ, Райгородка. Розвідка саме 16-го ж батальйону нашого полтавського і розвідка 58-ї Сумської бригади. Вони ж брали цю промзону, займали, ну і далі ж її ж обороняли, там виконували бойові завдання. Тараканы в голове под названием «Война в голове». То есть снится автомат, снится, не можешь уснуть, потому что у тебя рации под плечом нет, потому что все время с рацией 24 часа. Разочарование есть какое-то, для чего мы воевали, во имя чего мы воевали, и за людей, так сказать, за какие-то изменения в государстве. Вот здесь больше, так сказать, возникает напряжение, что между собой обговариваем, вот те ценности, которые мы там отстаивали, действительно они сейчас есть в государстве или нет. Можно на сайте сразу, если зайти там.